Президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой посетили Центральный ботанический сад в Баку. На его территории растут более 2500 деревьев и кустарников. Сейчас в саду идет реставрация. Его расширили на 6 гектаров. Готовят к посадке новые виды деревьев. Появятся ландшафтные зоны с современным дизайном. Ботанический сад открыли в 1934 году. Здесь растут 130 редких видов растений, которые охраняются государством.